Добрый день, уважаемые телезрители! Время большого баскетбола на телеканале «Старт». Вашему вниманию встреча финалистов прошлого сезона Единой Лиги ВТБ «Уникс ЦСКА». Великолепный, но и при этом не стоит забывать, что есть молодой Владимир Карпенко. Тони Тейлор забивает издали. Смотри, Баку будет интересно посмотреть, опять же, учитывая тот факт, что последний матч он пропустил. Джекири под кольцо! Какой танк с двух рук! Казанские болельщики понимают, что нужно с самого начала. Бако не смог сейчас забить через рук своего старого знакомого. Лагин в раннем нападении. Но вот он имеет полное право на такие броски. Большое преимущество армейцев в этом матче. Лопатин. Пора исправляться. Но в итоге сделал такую своеобразную передачу на Бака. Тот попал под блокшот. Карпенко и Уэйр убегают быстро. Отрыв. Три в одном владении. 30-25. Тримбал снова с мячом. И снова посмотрите, что он делает на чужой половине. Продолжить. Дмитрий Кулагин. Ошибается со скидкой. Абрамович совершил перехват и бросок сверху с двух рук в исполнении сербского защитника. Травмоопасно это падение. Атака Уникса. Маркос Найт в проходе. Набирает 2 очка через Левио Жан-Шарля. Думаю, для них дополнительная мотивация точно не нужна. Какой пас и какой бросок сверху! Джален Рейнольдс. Антонов снова один на периметре. Нет, на сей раз прощает. Вот здесь Джекири подстраховал. Каспер Уэйр. Свободный бросок. И четвертый трехочковый подряд забивают команды. Снова команды открываются. И кажется, что вот это на руку тем, кто догоняет. А Кумперсел and one. Какой проход. Мы с вами, друзья, еще не наблюдали в Единой Лиге ВТБ. Тримбл. Остановка, бросок, мяч в корзине. И, возможно, это ключевое попадание сегодня. Помогает за слоном. Тейлор еще один сумасшедший трехочковый отправляется в корзину. Бросающая пятерка. Тейлор находит Лопатина. Андрей из дальней дистанции промахивается. И со второй попытки также не дается мяч в корзину отправить. Найт выиграл подбор. А это Алекс Абрамович. Побежал, устанавливает финальный счет поединка. 80-73. С таким счетом Уникс проигрывает ЦСКА на своем паркете.